Добрый. Вот я наконец опять здесь. Через год. Заранее всем спасибо. Пока, да? Сейчас я снимаю. Неудобство. Одного неудобного в карман. Да, не тратится на телефоне. Поплыли, значит. Мы плыли, и месяц нам путь освещал, и было спокойно море. Но месяц исчез, ушел в туман, и вот нас настигло горе. Шторм разыгрался, мачты снесло, и вот наш корабль как щепку несет на скалу, что дна средь воды сейчас разобьет, как креветку. Страшный удар потряс наш корабль, все полетело к черту. Я зашатался, куда-то упал, опомнился лишь средь мертвых. Где-то вдали виднелся баркас, все, кто был жив, уплывали. И мне захотелось бежать и кричать, но поздно меня не ждали. Тут только я понял, где нахожусь, скалой оказался остров. Тут кто-то очнулся и крикнул: я друг, вместе и горе не горько. Рядом зеленый расмачтовый лес, работу мы начали дружно. И только прошло всего несколько лет, баркас получился, что нужно. Приплыли домой, схоронили уж нас, и долго узнать старались. Но вот уже пир, загремел весь мир, что мы с того света взялись. Прожил я уж много, еще проживу, в таверне пью пиво и только. И чаще других вспоминаю слова: вместе и горе не горько, вместе и горе не горько. Эй! Спасибо большое.